Уважаемые собаководы, вот настал день отъезда моего. Я провела здесь незабываемые часы, дни, и мне все было очень хорошо. Что я заметила в этот приезд? Во-первых, намного улучшилось поголовье. Много собак с прекрасными ногами, то есть они не имеют претензий к ногам, я никаким не имела. По сравнению с прошлым годом, тогда были сближенные скакалки, разметы были, сейчас это ничего нет. Очень хорошие головы появились у собак, тоже очень много интересного я видела. Потом увеличилось вообще поголовье. Первый мой приезд было 15, там сколько собак, 20, потом стало там 70, да, и сейчас их уже за 100. То есть люди интересуются, люди идут, люди слушают. По поводу семинара хочу сказать, что вот когда я провожу семинар, если вам что-то непонятно или как-то вы хотите уточнить, нужно спрашивать, я всегда отвечу на это. Теперь, что я хочу сказать о боях. Можно же об этом говорить, да? Я хочу сказать о боях. Уровень ваших боев вырос намного. Намного. По сравнению с тем, что было в прошлом году, это просто супер ваши бои. И многие люди подходят ко мне и спрашивают, разве можно боевую суку ставить на первое место? Не можно, а нужно. Потому что только характер нам дает путь к разведению. Характер в первую очередь. И хочу сказать, что вот в этом большом боевой встрече мне очень понравился бой двух сук. Да. Вот. Это был замечательный поединок. Вот. Но я не рекомендую сук очень много стравливать. Вы увидели, что сука делает хват, что она берет по месту, что она проводит определенные методы, что она трясет. Это достаточно для того, чтобы суку пускать в разведение. Поэтому нужно именно придерживаться этого. Пустили на бой суку один раз, посмотрели, пусть люди увидят, зафиксировали, все. И ваша сука дальше несет свои определенные качества в этой жизни. То есть она приносит вам щенков. При хорошем подборе с кобелями. Я хочу пожелать вам, чтобы вы росли, знаете как, именно профессионально, чтобы росли, чтобы ваше руководство проводило подобные выставки, бои, независимо ни с кем, со мной или с какими-то другими судьями, но чтобы вот эту свою традицию вы не утратили. Это замечательно. Волей-неволей получается, что Чехия становится центром. Да. Вот центром становится Чехия. Поэтому я вам советую продолжать свою работу. У вас все замечательно получается. Спасибо. Спасибо большое.